Он выиграл техническим нокаутом в первом раунде у Игоря Анопренко, и мы слышим Александра Загорского. Introducing first, fighting out of the blue corner. Бойцу 32 года, рост 182 сантиметра, вес 76,8 килограмма. He is 32 years old. He stands 182 centimeters tall. Official weight 76.8 kilograms. Профессиональный рекорд 6 боев, 3 победы при 3 поражениях. His professional record 6 bouts, 3 victories and 3 losses. His style in Sanshu, representing Tegara, Niron Farsa, Катери! Из красного углу. Ему 23 года, рост 173 сантиметра, вес 77,4 килограмма. Профессиональный рекорд 2 боя, 1 победа, 1 поражение. Его стиль борьба из Насрани, Россия, Мавсар Покор! Рефери боя Виктор Корнеев. Поединок начался. Первый раунд. Мавсар Боков. Фарзад Гадери. Россия против Ирана. Полусредний вес. Фарзад в перчатках с синим скотчем. Боков в перчатках с красным скотчем. Пошел вперед Боков с фронт-кика. Прекрасные акробатические способности. И смотрите, как быстро перевел ситуацию в партер. Мавсар Боков. Сайд-контролю, но очень такой верткий ранец. Иранские бойцы славятся как раз-таки работой в партере. Очень хорошие борцы зачастую иранцы. Продолжается поединок в стойке. Попадает навстречу джебом Фарзад Гадери. Отвечает Боков. Лоу-кик от иранца. И в корпус ногой заряжает Мавсар Боков. Справа попадает Гадери. Старается сейчас Мавсар поддавливать. Но если он хочет сократить дистанцию, нужно это делать с ударом. Вот примерно как сейчас. Был шанс у Мавсара в начале раунда разобраться с соперником в партере. Но вот сейчас очень внимателен Фарзад Гадери. И старается не подпускать к себе Мавсара Бокова. Все правильно. Хорошо попадает сейчас. Увернулся от удара ногой Гадери. И тут же резко попал слева прямым навстречу. Жестко заряжает ногу в корпус Мавсар Боков. И еще раз туда же. Ух, какой размашистый левый крюк навстречу от Гадери. И жесткий лоу-кик так выбил практически ногу иранский боец Мавсара. Продолжает Боков поддавливать. Уперся в центре октагона. Подхватил Фарзада Гадери. И будет перевод. Успевает застегнуть гард Гадери. Локти от Бокова. Жестко работает Мавсар. Все правильно. Выпрямил спину. И не дает подняться Фарзаду Гадери. В сайд-контроле был
Боков сейчас в гарде. И продолжает разбивать соперника Мавсар Боков. В боковом контроле сейчас находится он. Здесь есть варианты. Или продолжать. И в маунте с прямой спиной Мавсар Боков пытается спрятать голову Габери. Есть время у Мавсара. Разбивает он соперника. Отдает Фарзат спину. Возвращает чистый маунт Фарзада. Мавсар Боков. Град ударов сыпется на голову иранца. Тем не менее, Гадери держит. И снова возвращает на пол, что называется, Боков соперника. Тяжелые локти сверху. Сколько еще выдержит Фарзад Гадери? Уже очень много он напропускал. Причем тяжелых ударов. Тяжелых. Ох! Какие боковые справа и слева сыпятся на голову очень-очень мужественного иранца. Однозначно первый раунд за Боковым. Очень тяжело пришлось Гадери. Сможет ли он восстановиться за перерыв? Это большой вопрос, дорогие друзья. Второй раунд. Продолжает прессинговать Мавсар Боков. Очень хорошо он поработал в первой пятиминутке. И сейчас не применет воспользоваться Мавсар ситуацией для того, чтобы перевести соперника в партер. Мы с вами прекрасно видели, как работал Боков в маунте в конце первого раунда. Хорошее колено от Мавсара. И повело Фарзада Гадери. В тяжелом положении иранец. В тяжелом положении. Смотрите, как легко бросил Фарзада Гадери Боков. И сейчас он попытается довершить разгром. В тяжелом положении Гадери. В очень тяжелом. Пропускает тяжеленные удары сверху. Все правильно делает Боков. Абсолютно. Все. Сдача. Точнее, не сдача. Остановка поединка. Совершенно правильно поступил, на мой взгляд, Виктор Корнеев. Хорошая победа, зрелищная победа Мавсара Бокова. И, конечно же, в любом случае уважение огромное Фарзаду Гадери. Ну а мы ждем официального объявления победителя.
Виктор Корнеев остановил поединок через минуту и 42 секунды второго раунда техническим нокаутом. Добивание. Победу одержал Мавсар Боков. Россия, насрань. Я так до кого готовился к своему бою, к сопернику. Изначально я хотел перевести его в борьбу, так что у него партер слабый. Но потом я смог уже в стойке тоже с ним побороться. Ну, я подумал, чуть для опыта тоже в стойке поработать, потом перевести и добить. В смысле, так и получилось. В первом раунде ты занял очень хорошую позицию, соперник был внизу, ты пытался его добить. Чего не хватило завершить поединок именно в этот момент? Ну, соперник был очень ловким, выкручивался. И так защита тоже, оказывается, он готовился. Ну, смог выйти. Ну, там я пару раз попал, он уже начал уставать. Потом я доработал. Что еще хочешь сказать? Может быть, выразить благодарность кому-нибудь? Да, я хочу выразить благодарность всем болельщикам, которые поддерживали. Очень хорошая поддержка была, что очень вдохновляло. Также хочу поблагодарить мою главу республики, Чеченской республики и Ингушской республики. Всем братьям мусульманам, ассаламу алейкум.